говорит и показывает Алма-Ата. Алматы сюилеп тұрмыз. Местное время 21 час. Жергілікті уақыт 21 сағат. Құрметті достар, Наурыз мерекесіне қош келдіңіздер. Дорогие друзья, добро пожаловать на празднование казахского Нового года Наурыз. Мы с вами находимся на главной площади новой медийной группы. Сегодня вы узнаете о том, что такое Наурыз, как празднуют его в Казахстане. А наш праздник открывает известная казахстанская певица. Жителям бывшего СССР ее даже представлять не надо. Вы узнаете ее с первых нот. Напишите ее имя в общем чате. Мы начинаем. С Новым годом! Наурыз Думан, Талгат Сарыбаев! Наврус или Наурыз от персидского «Новый день» – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Наурыз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную историю человечества. Как религиозный праздник зороастризма, официальный статус он приобрел в Ахеменидской империи, продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.
Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Наурыз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения арабского халифата. Соответственно, Наурыз, например, не празднуется арабами. 30 сентября 2009 года Наурыз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Ну а мы с вами возвращаемся в Республику Казахстан, в которой этот праздник приобрел статус государственного после объявления независимости. Казахстан, здесь моя земля.
Праздник Наурыз, который в Казахстане объявлен государственным праздником, отмечается в течение 3 дней с 21 марта. Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном столе традиционного блюда наурызской уже. Казахи считают, что в праздник Наурыз нужно досыта наесться этим блюдом, и тогда год пройдет в достатке. Наурызской уже – это сытный наваристый суп, который готовится из 7 ингредиентов – мяса, воды, муки, масла, пшена, соли и молока. Каждый компонент блюда символизирует одно из 7 жизненных начал – рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес. Наурыз вообще полон символов. Так, особое значение в праздновании Наурыза имеет число 7. 7 ингредиентов в наурызской уже, которые потом разливают в 7 чаш и ставят перед мудрыми старцами-аксакалами. 7 гостей в свой дом должен пригласить каждый, а также обязательно самому побывать в 7 домах. Праздник не обходится без национальных соревнований, среди которых народная борьба казакша-кюрес, игра на логику под названием тогоз-кумлак и, конечно же, конные игры кыз-ку и байга. Прямо на улицах актерами разыгрываются театральные представления и сценки. Другая старинная традиция празднования Наурыза, чтимая и по сей день, называется алтыбакан. Девушки и парни собираются вместе, чтобы пообщаться и покататься на качелях.
Мен сені сүйгенде мені де аяулым. Ғашық қылған қарақат көзің. Дара! Жоқ, басқаға қия алмаймын сен ешқашан да. Үмітімді өзбей бір саған. Кім ынтық болмас сұлу көркіңе сенің. Айтылмайды сырларымның бірісің. Жақын оға қын жыламын түсін күн. Түсін, айырмайтын ғашықтармыз алайда. Ашу менен айырламыз ылғида. Түсінуге уақыт берген сен жүрайма. Сүйкен шарым, өзің жақтың жүрегіме алғашалым. Тәті күлкі қайда маған ашықпағым. Бұлда көзің мөлдіреді неге жаным. Ғашық шарым, тәтті күндер әлі алда тартан. Жаным барда жорамайды сенің жаның. Өзің барда ұмытылар бәрі сағын. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В старину до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйства в порядок, в честь праздника сажали деревья и цветы. Считалось, что если Наурыз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи, невзгоды обходят его стороной. Страна, в которой проживает более 170 национальностей, с удовольствием отмечает все праздники. На Пасху русские говорят казахам «Христос воскрес». Воскрес, на что те отвечают «Воистину воскрес». А на Наурыз, в свою очередь, казахи говорят русским «Наурыз мейрамы кутты болсын». В ответ те говорят «Берге болсын». Если вы еще не были в Казахстане, обязательно побывайте. Гостеприимный казахский народ относится к гостям как к близким родственникам. Сегодня вы узнали о том, что такое Наурыз, но на этом мы не останавливаемся. Наша дискотека продолжается, а диджеи принимают ваши заказы. С праздником, друзья! Көктем туда!